В раннем детстве у Зои обнаружили проблемы со слухом. Ребенку требовались углубленные занятия по развитию речи. Родители вовремя привели девочку в коррекционный детский сад «Росинка». Результаты Зои, конечно, совсем уже не тот ребенок, который пришел в садик 4 года назад. Что ты умеешь? Умею рассказывать стихи, да? Стихи, сказки. Зоя – участница детского утренника «День добрых сердец», ежегодно проводимого в детском саду номер 18 компенсирующего вида «Росинка». Хореографические, вокальные, танцевальные номера один другого ярче, музыкальнее. Исполнители – дети с особенностями развития речи и слуха. Праздник получился безумно замечательный, хороший. Дети открываются, и ты понимаешь, насколько тяжело тому или иному ребенку выйти, выступить, открыться. И сегодня, как мне показалось, это получилось у многих. Ребята пригласили на праздник выпускников, родителей и тех, кто бескорыстно помогает создавать в дошкольном учреждении уютную, почти домашнюю атмосферу. Скажите, почему вы помогаете этому детскому саду? Ну, я думаю, кто-то должен помогать детям, тем более детям ограниченным в чем-то. Для того, чтобы они получили максимально то, что могут получать обычные дети. С этого учебного года выпускник «Росинки» Владислав Поклонов, закончив областной университет по профилю логопедия, работает в саду по выбранной специальности. Какое сейчас время года? Зима. Зима. А какие характерные черты зимы вы знаете? Скажите, пожалуйста. Ёлка. Ёлка, молодец. Клей ёлку на стол. Здесь нужна помощь деткам, они нуждаются в помощи, я вот помогаю, чтобы детки поступали и шли потом в школы, и хорошо их заканчивали. Марина Тютнева, тоже выпускница «Росинки». Девушка поверила в себя и сегодня блистает на музыкальных фестивалях и вокальных конкурсах. Детский сад помог мне раскрыться. Потому что раньше я была очень замкнутой девочкой, и как-то они во мне развили артистизм, мне вот очень помогли с этим. Праздник добрых сердец – это не только концертные номера, фокусы и мыльные пузыри, это еще и подарки. Самым главным сегодняшним зрителям – это детям и родителям. Задача достигнута. Доставлено огромное удовольствие детям. Праздник прошел замечательный. Ему предшествует большая подготовка, украшение зала, репетиции артистов, подарки гостей и ежедневная кропотливая работа, дарящая знания, любовь, тепло нашим дорогим детям. Ради них мы живем. Концерт с участием малышей – одно из мероприятий, проводимых в городском округе в декаду инвалидов. Время для добрых поступков, которые по силам совершить каждому. Михаил Налетов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.